Здравствуйте, с вами мы сегодня корреспондент Сережка. И сегодня в выпуске, я вам сегодня расскажу, как стать успешным человеком. Это преподение, и не стоит отпускать руки, поднимайтесь. Всегда старайтесь рисковать. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Это всегда верьте в себя и больше никому. Ставьте всегда следы, да и следуйте за ним. Это всегда действуйте и занимайтесь визуализацией. Ой, шабаном бандзителом. Раскрывайтесь, ищите возможности и не ленитесь. Мотивируйте себя сами. Главное во всем, чтобы было терпение. Оцените свое время и не тратьте на всякую фигню. И самое главное, не забудьте про страх, про самоответственность с вас. Стать успешным может тот, кто до этого делает. Как говорится, под лежачий камень вода не течет. С вами был корреспондент Сережка. Всего доброго.